что сказать по результату, да, результат хороший, но мы сейчас, я уже не один раз говорил, что на результат мы не обращаем внимания. Меня интересует больше содержание игры, те принципы, которые мы хотим использовать в игре. Хотелось видеть моментами, ребята это показывали, что меня радует. Но опять же, мы должны учитывать то, что ребята были там помладше. И уровень сопротивления, наверное, был пониже. В первую очередь, когда Антон был в Минске, он провел хорошую подготовку, но в связи с тем, что синтетика, мы решили поберечь его. Приехав сюда, начали подготовку, у Антона случилась микротравма, которая не дала им сыграть в этих матчах. Пока что мы будем его обследовать и посмотрим, наверное, после обследования можно будет сделать какие-то выводы по его дальнейшему пребыванию, либо игры. Ну, к жеребьевке надо относиться спокойно, все равно надо будет сыграть с каждой из команд. С кем начинать? Будет зависеть, как мы с ними выступим. Если мы сыграем хорошо, то есть можно сказать, что жеребьевка удалась. Если вдруг будет отрицательный результат, можно сказать, что так. Хочу сказать про этот матч, он будет закрыт в связи с тем, что руководство «Факела» вышло на нас, и тренерский штаб попросили игру сделать закрытую. Хотелось бы увидеть взаимодействие у нас как в атаке, так и в оборонительных действиях. То, что мы готовились непосредственно к этой игре неделю, хотелось бы воплотить именно в этой игре.